всегда дает ощущение счастья, и купаться в лучах любви нужно с самого детства. Не случайно в ваших определениях были слова о том, что любовь – это наше продолжение в наших детях, и наши дети самые талантливые, самые лучшие, и в этом у вас сейчас будет возможность убедиться, насколько талантливы наши молодые музыканты. Итак, Поль де Друа Морелло, солист, лауреат международного конкурса Вениамин Андреев.